Итак, друзья, сегодня у нас дегустация потрясающих вин из Италии. Это классное времяпровождение в Мариотт отеле. Вот эта Маша, она знает все лучшие вина, и она профессионал, и она вам скажет, что здесь хорошо. А потом мы еще делаем мероприятия свои, и всех, кто здесь присутствует, мы также пригласим обязательно. И вот так вот, понимаешь, вот так вот на эти красивые лица делаешь интервью, чтобы было прикольно, чтобы было весело, я не знаю, вот так вот. И вот здесь вот, в принципе, вся Италия на одной ладони. Здесь можно попробовать абсолютно любые сорта винограда. И что еще? Я что-то забыл. Всякие разные вина, вот так. И здесь вот... Слушайте, Маша, у вас замечательные способности быть ведущим. Вот. Такие тут люди собрались, очень все интересно. Я, кстати, вам теперь не нужно ездить в Италию, вам нужно просто приехать на одно такое мероприятие, познакомиться с итальянцами, вот о чем мечтает, наверное, Маша. И, вот, и она прямо вот хочет это. Либо со мной, который вас отправит вообще в любую точку мира и вообще. Вот. Мариотт отель. Вот смотрите, друзья, кто мне не верил, что приложения сейчас будут везде. Все самые красивые девушки, они сидят только исключительно в телефонах. Да. Вот так вот. И это просто кино про мероприятие, на самом деле. Это для Ютуба ничего больше. Там всего 6 тысяч людей поставят лайк, и все хорошо. Ну, в принципе... Вот, она была в Европе только что. Видите, какая загорелая. Ладно, пройдемся. Ладно, к вечеру заходит уже, в принципе, все уже заканчивается, поэтому мы поедем уже домой. В принципе, уже все скучно, пора уже спать.